Азя терпеливый. Ну, терпит, терпит, иногда потом трошку и даст ему. Что Татоша сильно наглеет. Татошенька наглючий крещеныш. Вот так. А Емеля тем временем у меня на голове сидит. Емеля, ну-ка марш. Ну что ты хочешь? Ну. Что вы там замерли? Что изображаете? Что изображаете? Что, Казя? Татоша испытывает твое терпение? Где этот баловный крещеныш? Что ты делаешь? Татошенька, что ты делаешь? Порядки наводишь? Беспорядок? Беспорядок. Что ты носишься? Что ты скачешь? Казенька, Каюлька, Каюлька, чешется, дай почешу. Что-то они все зачесались. Почешу, Казя, почешу. Чешется, Казеньки, тут что-то чешется. Почешем, Казя, вот так вот. Казю почешем. Казю-мазязю почешем вот так вот. Казю-мазязю. Где чешется, Казя? Здесь? Здесь чешется, давай почешем. Вот так. Вот так. Казю-мазязя. Вот так. Заюшка наш. Ну все. Ну что ты, мой Емелька, что ты? Казя лежит тут на дороге. Казя разлёгся на дороге, через тебя все прыгают. Угу. Что, Казя, надоели эти непослушные дети, да? Надоели? Нет, не надоели. Казе нравятся дети, он с ними играет. Терпит их выходки. Спит с ними в обнимочку. Ну, немножко непослушные, но немножко шкодные, но ничего. Что-то там Казя нюхает. Ой, не Казя, а Татоша. Что ты, Татошенька, туда хочешь проникнуть, да? Будешь сидеть там под кроватью, да? Вот не пущу. Только хвостик торчит. Татоша уже прибежала. Казя все чешется и чешется и чешется и чешется.